Так, ну что, давай посмотрим, что нам Twitch FM сегодня, блядь, подарит нахуй. Хорошее настроение или как обычно? Нормально, че как обычно? Из-за чего у Кирилла руки болят? Дрочил сегодня дофига. И правой, и левой, и двумя сразу. Мы можем реально. Писывали про дрочку. Что? На YouTube. Челлендж устраивали. Кто кого передрочит? Батя или сын? Блядь, ну это тупые шутки. Ну, ну естественно, раз у меня руки не болят, я его передрочил. Друг другу дрочите. Как же я хорошо поупался. Бля, Рекринат вообще... Рекринат вообще ебанутый. Я не знаю, как так можно в шутеры играть, блядь. То есть у меня вот бывает периодически залетает какая-то хуйня, но она рандомная в целом всегда. Она всегда рандомная. И типа, как он, блядь, вот постоянно ебашит? Ах, тяни, он сдох. Похуй, ладно. Понимя. Идеальный старт. Блин, прикольно сидит, я знаю, что я сдох. А чё на меня похож, пиздец? Полезу. Может быть, он расслабился. Блядь, как будто брат мой. Ёб твою мать. Чел, пиздец, на меня похож, блядь. Ты, боже, блядь, ебать! Ой, здесь что-то страшное. Денис, у тебя тоже самое? Мне, кстати, Far Cry вообще не понравился. Я посмотрел пару стримов, мне вообще не понравился, блядь. Такая, не знаю, такая хуйня. Ну, типа, все глагучее, богучее, блядь. Ну, типа, хуй знает. Самый лучший Far Cry — это второй. Вот мне второй больше всех нравится. Третий тоже пиздатый, но второй мне прям вообще в сердечке. Второй охуительный Far Cry. А, блядь, он на барабанах играет. Кстати, заебись. А, блядь, тут съехало. Блядь, ёбаный рот, я только сейчас понял. Вижу. А, Far Cry 3, блядь, все, понял. Так, достаем наше сбережение. Это трамвай, ребят. У нас появились. Ебать, качество охуенное. Штуки. Обалдеть. Сейчас будем пробовать. Бля, вот тут был охуенный Ирл, я бы такой посмотрел. Что ты делаешь, блядь? Сколько у них стоит? Нужен чек. Нужен. А, наличка у вас? Блядь. Ебать, это что такое, нахуй? Блядь, у меня руль точно такой же, нахуй, для этого, для... Как его, блядь? Для симулятора, этого, для Евротрак симулятора у меня точно такой же руль, блядь, такой же с какими-то кнопками. Соленоиды, блять, это что за трамвай такой? Фара, тормоз, стекло вентилятора, чё, блять? А, стеклоочиститель, валит, кто я, блять? Чё за хуйня? Ебать, никогда не говорите никогда. Это все равно, когда ты малой, ты говоришь, что вот я... Ой! Никогда не говорите никогда. Это все равно, когда ты малой, ты говоришь, что вот... А чё бы... Не буду, с пиписью... В рот тоже брать не буду. Вот это все херня. Это все херня. Я, конечно, так говорю. Бля, у меня вопрос: а почему каждый стример на своем стриме задвигает какую-то полную хуйню с таким лицом, как будто он знает, блять, как мир появился? С таким лицом вообще, типа, ребята, блять, я сейчас вам нахуй это. Сейчас я вам все задвину. То есть, ладно, я вам что-то задвигаю, ну, как, ну, типа, на серьезном ебале, но у меня ебло тупое. То есть от меня очевидно, что я могу и рофлить, и то все. То есть, у меня прям на ебле написано, что типа, ну. Это чел, блядь, ну, долбоёб. А почему остальные стримеры задвигают с таким лицом, типа, как будто, ебать, я вам сейчас скажу, откуда ваша мать появилась, типа. Ну, то есть, блядь, это такая странная хуйня. Говорила, я не отступила типа, своих принципов, вы меня знаете, я человек очень принципиальный. Mm-hmm. Но я о других, я сейчас о других, вы понимаете. Эй, йоу, молодой киберспортсмен. Два стула для моих гостей, они сейчас придут тут. Я повесил тянку сюда, чтобы хоть что-то наполняло. Пусть еще вот красивое, блядь. Но не обращайте на дерьмо на груди, это какой-то соус. Ну, бывают приколюхи. Насрал ей на грудь, блядь. Press the button just above, Freddy. Блядь, я ненавижу это самый конченый уровень. Я нажимал, блядь, сюда. Я нажимал. Блядь, это конченый уровень, сука. Теперь нос. О, блядь, ёбаная срань, нахуй. Good job. The faceplates should now be open. Пизда, блядь. Игра от Карла, очень хорошая игра от Леона, все очень круто сыграли. И мне это очень сильно нравится, 5000 перевес в Т1. Пиздец, я сейчас хрюканул нереально. Да, бро, да, хрюканул, но хуй-то во рту у тебя, а не у меня, да? Мы это понимаем, да? На размышления даю невинность. Это тендер не моя. Ебать, это... Это он? Блять, я так этого типа ненавижу, сука.
Этот, короче, хуй, чтобы вы знали, этот хуй, блядь, находится в скваде и пиздит про своих же, блядь. Сука, блядь, ебаный, блядь, я почти, сука, котлеты бы въебал нахуй, блядь, долбоёб ты, сука. Урод, блядь, ебаный, гандон. Ты тварь, блядь. Типа с маской. А-а-а, сука, смешно, блядь. Наверное, твои подписчики дебилы, блядь. На таким только и смеются, блядь. Маской, тендер либо е. Типа он так... Кто такой, блядь, смотрит вообще, ёб твою мать. Пиздец, блядь. Завуалировал слово, это тендерли. Блядь, сука, ещё и ёб твою мать, пиздец. Ладно, хорошо, платят там, хотя бы, ну, пускай носят те, кому они хотя бы идут. Ты-то, блядь, на себя посмотри, ёбаное чучело, блядь, клоун, сука, конченый, блядь. Фу, блядь, ебаное позорище, нахуй. Блядь, и такая хуйня делит с нами пространство на Твиче, ёб твою мать. Тендер либо е. Правильный ответ вы можете увидеть на своих экранах. И да, вопрос довольно... Бля, ёб твою мать, очень смешно, пиздец. Да, блядь, шлюха, охуеть, ржака. Блядь, нет, тогда я ошибаюсь, тогда я неправильно ответил. Ну, блядь, ясно, очко ебаное. Ну, типа, чел, блядь, ссыкло еще. Еще и ссыкло, к тому же, не можешь нормально за свои слова пояснить. Да пошел нахуй! Идиот, блядь. Я не про вас, Дмитрий. Ой, год! Ой, блядь! А, блядь! Чел, выкини АВП и выйди из игры, пожалуйста! Ты чё, с ума сошёл, что ли? Да бабушка Оля попадёт, это, братанчик! Блядь! Скажи нет! Нет! Я не буду так говорить! Да скажи нет! Нет! Не могу! Да скажи уже! Нет? Пизда! Дарья, общительно, весело, живу в кайф. Кстати, я так и не зашел, кстати, в Тиндер, а я должен был. Так, в плане в кайф. Ты в ресторане живешь? Блять. Ладно, брат, деньги пыль, деньги пыль, деньги. Ну не в смысле, что читбан это позор, читбан это нормальный кет, но шутка хуета, честно, полная, бля. Это такое, оно приходит, уходит, это не важно. Главное, это семья, самое главное, понимаешь? Главная семья. Блядь, Twitch FM реально смешная хуйня, пиздец, так хочется скипнуть. О, не хочется скипнуть. А мне летом 15 будет. До свидания. Хороших снов, милый. Давай без этого, пожалуйста, я всего лишь 15 лет, какой милый, блядь. Давайте про что-нибудь другое. Вот именно, да. Алиса, сколько тебе лет? Сейчас посмотрю по своим годовым кольцам. Ой, а у меня их и нет. А лет тебе сколько? Знаете, никогда не понимала людей, которые стесняются своего возраста. Сколько что угодно будут обсуждать, лишь бы не проговориться, сколько им лет. Блять, сколько кстати, тебе лет, шлюха? Работай. Сколько тебе лет, блять? По обновлениям надо смотреть. Мне так лень. Блять, пошла нахуй. Давай прошу другое, тебе всего лишь 15 лет. Пошли, ебантя. Мне 13 недавно. Да все, блять. Тебе. Спасибо, Хес, не смешно. Чтобы... Милый. Главное, когда поеду туда, я сейчас скину то на пирсе находится. Сука, ты ебаная, как ты заебала меня, нахуй! Дрянь, блядь! Ебать, разрешение ёбнут. Ебать, стрим ебанутый, как мой прям. Забери эти шпаты. Я думаю, что они вчетвером, без, конечно, без байбека, ну, утиника. Господи, что ты там происходит? Ебать, это просто ёбка, это просто, блядь, просто ёбка жесткая, блядь. Жесткая буш... Блин, надо было мне тоже покомментировать дота, что же нихуя не понимаю, мне кажется, тоже забавно получается. Пускай в одну сторону, просто в одну сторону, и почему-то здесь страдает ТС. Все. У меня игра зависла, если что. Надо будет тоже как-нибудь покомментировать. Походу не развиснет, уже долго это зависло. Это Радио Вердат, национальная станция Ияры. Ты выглядишь как какой-то еблан. Какой-то турист ебучий. Ну, я понимаю...
Я, кстати, не понимаю, почему так сложно в играх, блядь, сделать, чтобы руль нормально поворачивался? Почему они делают руль в один оборот, блядь? Почему нельзя сделать, чтобы руль вертелся вот так, типа? Ну, блядь, как положено, нахуй. Почему он вертится вот так, блядь? Рули же так не вертятся, блядь. Это что, это детская машинка, нахуй? Автодром? Ну, пиздец. Знаешь, если тебя зовут Богдан, ты должен скрыть этот факт от людей. То есть сделать так, чтобы люди не узнали, что ты Богдан. Ну, это же пиздец. Ну, блядь, ну не повезло, я понимаю, назвали Богдан, ну хуй с ним, ну бывает всякое в жизни, 16 стукнешь, сменишь имя, ну, блядь, ну до 16 не пали эту хуйню, брата, Кирилл. Блядь, сейчас дядя Богдан сразу вспоминается у папича, блядь. Кирилл, так это еще хуже, блядь. Какой Кирилл, дядя Богдан, нахуй. Бля, сразу хочется, я не знаю, типа, в казик задепать, потом пойти посмотреть какие-то рандомные видосы и пойти на завод снять видео. Не, ну я-то... Ну, ребята, вы же уже выкупили, да, что я этот, что я... Скрытый сын папича. Надеюсь, что не от дяди Богдана, конечно, блядь, с моей курткой кожаной. Но я все еще сын папича, ребят. Надеюсь, что, блядь, не от дяди Богдана все еще, но... Сын папича. Можно письку отлизать? Илья, блядь, можешь Диму Липатова... Что упало? Ну только если как бы ты не... Ну тогда ладно. Не, я могу. Не надо. Не надо, да? Не, ну я... Ну пока... Блядь, что-то нихуя не это, блядь. А что это, смешное или я сейчас ливну нахуй? Сэмпай! Блядь, ну... Что, все, мы съезжаемся. Чел пишет, о, наконец-то там этот, и начинается ипподром. Ипподром, знаете, что такое? Я думаю, к чему он вообще это написал, а потом... Называется, политика к видео называется. Да не, в пизду, там коты ебутся, меня еще забанят. Блядь, Twitch FM, он специально подбирает все, чтобы у него канал умер, у меня вопрос просто, блядь. Ну, типа, серьезно, он специально подбирает видео так, такой, блядь, так заебало видео делать, поскорее канал сдох. Ну, это пиздец, блядь, ну как это вообще? Это кому вообще смешно? Мне? Мне нет. Тебе? Ну, тоже что-то как-то, блядь, как-то не чувствуется. Ты же через экран как-то не чувствуешь, чтобы было комфортно, блядь.